Thank you.
are my naked eyes. I should have kept you, I should have tried, I should have been a wiser kind of guy. Ладно, я надеюсь, что эта штука работает. Хорошо, я и мой напарник Кайл расследовали ряд необъяснимых убийств, совершенных в течение нескольких недель. Но мы обнаружили кое-что ужасное. Убийцы, они демоны. Я знаю, что это похоже на бред, но они берут души своих жертв, прежде чем рвут их в клочья и убивают. Из-за того, что они выглядят как люди, они могут смешиваться с основным населением и ждут подходящего момента, чтобы напасть. Их лидер полицейский, сам командир Гандар. Я думаю, что они висят у нас на хвосте. Я думаю, они знают, что мы раскрыли всю эту историю. Остается только надеяться найти какие-нибудь доказательства их существования, чтобы мы смогли предупредить власти. Сегодня вечером Кайл и я отправимся на поиски этого доказательства. Если что-нибудь случится с нами, агент Тарик 511 знает наше местоположение. Он будет свидетельствовать в нашу пользу. Да сжалится над нашими душами высшая сущность. И взлетели падшие ангелы, превратились в злобных тварей и камнем спикировали на свою добычу. Я не знал, что Дэн оставил такое сообщение перед смертью. Хорошо, что ты принес мне эту кассету. Я ненавижу оставлять следы за собой. Она видела демона, она должна была умереть. Если бы ты не был таким везучим, то же самое случилось бы с тобой. Ты умнее, чем кажешься, только слишком уж умный. Ты становишься препятствием. Ты даже осмелился войти в логово Гандара. Мой хозяин приказал, чтобы я забрал твою душу. После смерти тело Кайла было отправлено в другое измерение, чтобы заманить в ловушку душу игрока, твою душу. Один из моих коллег, как предполагалось, должен был забрать ее, как только тело вернулось в Омикрон, но ты убежал. Теперь пришло время исправить эту небольшую оплошность. Игра? Я похож на игру? Все, что ты видишь вокруг, реально. Твой компьютер — только ворота в наш мир. Твое тело все еще в твоем мире, но твоя душа здесь, и с тех пор, как ты согласился занять тело Кайла. Ты думаешь, что ты в безопасности за своим экраном компьютера? Лучше подумай еще разок. Я заберу твою душу. Ты умрешь и будешь проклят навеки. Иди, человечек, иди поиграй со мной. Oh!
Удачного дня! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Вот и ты, странствующая душа, тот, в чьих руках судьба всего микрона. Ты в большой опасности, странствующая душа. Надеюсь, ты сможешь спасти эту вселенную от проклятого хаоса. Примите этот скромный дар, три пересекающихся кольца. Первые два сохранят вашу жизнь, третья часть перенесет вас обратно сюда.
Поздравление! Ты удивил меня. По правде говоря, я не думала, что у тебя получится. Ладно, у нас мало времени. Твои приключения всполошили каждого полицейского в городе. Пропуск, который ты нашел в офисе Гандара, даст вам прямой доступ в Джаунпур. Там большой парень по имени Йоб будет ждать тебя в храме. Он отведет тебя к тому, кто хочет поговорить с тобой. Будь осторожен. Копы могли уже сесть тебе на хвост.
Спасибо. Проход разрешен. Удачного дня. Что тебе нужно? До свидания. Thank you.
Привет вам! Удачного дня! Привет! Удачного дня!
Привет, вам что-нибудь нужно? Удачного дня! Привет вам! Удачного дня! Следуйте за мной.
Добро пожаловать в ряды пробудившихся. Как ты можешь видеть, это совсем не дворец, но воздух здесь лучше, чем наверху. Да, это была я. В первый раз я увидела тебя в штабе охраны. Я сразу же почувствовала, что твоя душа не отсюда. Я подумала, что ты мог бы противостоять Гандару. Я следовала за тобой и дала тебе информацию, которая была необходима, чтобы найти его. Уверена, что это так. Иначе я была бы приговорена к стиранию мыслей. Прими этот небольшой дар в знак моей благодарности. Оболочка меняется, но содержание остается тем же самым. Ты находишься на одной из секретных баз пробудившихся. Здесь мы тренируем наших людей и готовим их к действиям наверху. Следуй за мной. Я отведу тебя к тому, кто хочет видеть тебя. Thank you.
Человек, который хочет видеть тебя за этой дверью. Когда ваша встреча закончится, загляни в мою комнату. Увидимся. Религия зеленой книги учит, что люди не больше, чем сновидения спящей высшей сущности. Меня зовут Дахабах. Я священник Ешу. Я привел тебя сюда, потому что у нас есть общий враг – Астарот. Я знаю, что ты из параллельного мира. Прямо сейчас ты управляешь этим телом посредством интерфейса компьютерной игры. Ваша физическая оболочка неподвижна в вашем измерении, но ваша душа здесь, в Омикроне. Твоя душа не принадлежит этому измерению. Ты не можешь умереть здесь, пока твоя физическая оболочка находится в вашем мире. Когда ты умираешь, твоя душа переходит в тело первого, кто коснется твоего трупа. Все просто. Когда ты умираешь, ты занимаешь тело кого-то другого. Но ты теряешь все навыки, которые приобрел. Силу, ману, энергию. Но ты рискуешь гораздо больше, оставаясь в Омикроне. Ты рискуешь проклятием ада. Он запер бы ее в маленькой клетке, названной Кисмал, и принес ее своему хозяину Астароту. Ее бы бросили в хранилище душ, где она терпела бы тысячу пыток. Ты был бы пленен навеки. Лишенное души твое тело стало бы простой оболочкой, или еще хуже, домом демона. Я не знаю, можешь ли ты избежать своей судьбы. Если сохранить твою душу возможно, то только босс, руководитель пробудившихся, знает, как это сделать. Босс – виртуальное существо, наездник. Он живет в сети мультиплана. Он высший разум пробудившихся. Его знания огромны. Ты не можешь просто так встретить босса. Его очень трудно увидеть. Ему требуется большое количество энергии, чтобы покинуть сеть. Он должен использовать потоки данных в двоичном коде, чтобы они вынесли его на поверхности, и он стал бы видимым. У тех немногих, кому позволено говорить с ним, в распоряжении несколько минут. Я сомневаюсь, что это возможно. Только пробудившиеся могут говорить с ним. Я должен поговорить с боссом в следующем двоичном равноденствии. Я спрошу его, хочет ли он говорить с тобой. А пока ты можешь присоединиться к пятой фаланге, одному из секретных подразделений пробудившихся. Не волнуйся, все пробудившиеся могут читать души. Мы распознаем тебя в любом теле, а теперь иди.
Добро пожаловать в наши ряды, странствующая душа! Люди Микрона ждали твоего прибытия в течение многих тысяч лет! У меня много имен, здесь меня называют Мешкан. Я чувствую ауру, которая окружает твою душу. У очень немногих существ такая мощная аура. У меня много имен, здесь меня называют Мешкан. Я имею дар проектировать мою душу в другую зону реальности, которую мы называем «волна вероятности». Я могу зондировать ее, чтобы видеть будущее. Боз дал мне это поручение, чтобы упреждать будущее происшествия. Будущее похоже на поверхность озера. Оно покрывается рябью и волнами вследствие действий людей. Когда что-нибудь происходит, все, что я должен делать, чтобы узнать будущее, это следовать по концентрическим кругам, которые формируются на поверхности волны. Твое присутствие нарушает волну вероятности. В любое время твоя судьба окутана своего рода туманом. У меня не хватает энергии успокоить волну и видеть твое будущее. Я смог бы сделать это, если бы у меня было 10 колец. Никто не знает, откуда берутся кольца. Некоторые говорят, они появились во время кобальтовых войн. Они говорят, что они были сделаны мастерами искусства, чтобы хранить мощные заряды волшебства. У них огромная сила. Они способны переписывать время и открывать будущее. Найди путь к тому, что должно быть разрушено. Исчезнувший находится глубоко в кровати. Грядут важные события. Я чувствую, на волне поднимается ветер, какого никогда прежде не было. Теперь оставь меня, я должен сконцентрироваться. Добро пожаловать в мой скромный магазин, соратник. Чем могу быть полезен? У меня все новинки. Гранаты, огнеметы, мины, ножи, топоры. Все, чтобы завоевать друзей и влиять на людей. Эй, давай без формальностей. Зови меня просто Шмольц. В смысле, клад. Нет, не так.
Нет, Сокс. Это мое имя. Сокс. Да. Прости эту маленькую путаницу. Сырость пагубно влияет на мои цепи. Тебе что-то нужно или ты просто зашел поболтать? Превосходная идея. Я всегда говорил, что человеческое общение очень важно. То, что вы, революционеры, не подразумевает, что вы должны забыть о хороших манерах. Разве не так? Потому что, знаете, некоторые говорят, что люди отдаляются, хотя я считаю, что они сближаются. Если почитать труды великого философа Йорда Крудла, то мы начнем понимать, как функционируют человеческие существа. Хотя они очень комплексные и запутанные, мы можем установить намерение непостижимой простоты позади неуловимого притяжения, лежащего в основе очевидной спонтанности цели, поверхностно видимой ничего не подозревающему зрителю. Как вы считаете? Но опять же, другие придерживаются противоположного мнения. Но я полагаю, гипербола, лежащая в основе всего гомотетичного действия, никоим образом не вытекает из существенной действительности убеждения протоандоморфик. Было очень приятно познакомиться с вами, соратник. Вы очень интересный собеседник. Я надеюсь, что скоро опять вас увижу. Так, ты есть наш новый сотрудник, мои поздравления. Очень немного людей могут похвастаться тем, что их приняли в пробудившиеся так быстро. Меня зовут Крилл. Я специалист по оружию из взрывчатки. Намтар вызывает меня для спецоперации, когда необходим реальный профессионал. Посмотрим, чего ты стоишь в бою. Других, таких как ты, убили, прежде чем они успели вытащить оружие. Я не доверяю героям. В пробудившихся мы ищем простоту и эффективность, а не показуху. Мы воины, которые могут жизнь отдать за наше дело, а не кинозвезды. Так, вы наш герой. Добро пожаловать. Новости о ваших похождениях опережают вас. Жизнь пробудившегося полна опасностей. Мы выполняем незаконные миссии против трастовых фондов и правительства, чтобы открыть глаза населению Омикрона. Наша цель благородна, но риск велик.
В таком случае я дам тебе твое первое задание. Тетр поставляет оружие полиции Микрона. Главный доступ к их складам ведет через мост. Твоя миссия — взорвать этот мост. С этого момента Дженна будет твоим компаньоном. Она поведет тебя на задание. Я надеюсь, что ты будешь достоин чести, оказанной тебе. Жизнь пробудившегося очень опасна. Мы — секретная каста, которая борется против демонов и коррумпированной системы власти диктатора Решева. Мы — единственные, сознающие существование демонов и способные противостоять им. На вершине пирамиды власти X чрезвычайно мощный компьютер, который управлял всем больше, чем 500 лет. Он дает приказы наследнику Решеву и его правительству. Кроме того, есть также трастовые фонды Хонсу и Тетра. Наследник Решев — железный кулак в шелковой перчатке. Он жестокий и кровожадный диктатор и не останавливается ни перед чем ради денег. Он насаждает самый настоящий культ личности. Его изображение развешано по всему городу. Он улыбается по транскану, в то время как его шеф полиции Кристоф Мэшроуд ведет беспощадные репрессии. Трастовые фонды владеют всем ценным в Омикроне. Они делают нашу одежду, наши транспортные средства, все, вплоть до еды. Они даже имеют собственные войска. Они ведут беспощадную войну друг против друга за экономическое превосходство. Самое странное то, что никто не знает, кто стоит во главе трастовых фондов. Решев не оставляет нам никакого выбора, кроме насилия. Мы с помощью саботажа пытаемся дестабилизировать правительство и привести людей в чувство. Начни с поиска взрывчатки WCM. На базе есть немного. Воспользуйся этой возможностью, чтобы поговорить с другими пробудившимися. Они вполне могут дать тебе полезные советы. Теперь, когда ты нашел взрывчатку, иди в зону 12. Там расположен мост, который мы хотим уничтожить. Найди способ добраться до опоры моста и положи туда WCM. Как только закончишь задание, тут же возвращайся сюда. Здравствуй, мой друг! Приятно снова тебя видеть. Что я могу сделать для тебя? Какая именно взрывчатка? Какая именно взрывчатка?
Ах да, но тут надо быть внимательным. Вы просите взрывчатку, но если я даю вам B412S, когда тебе нужно Z90S или JZ7S, то ты принесешь ее обратно и будешь недоволен. Ради Грика, что конкретно тебе нужно взорвать? Хорошо, тогда тебе нужна TT-1152S или R-222S, а может быть 210S. Ты, кажется, сам точно не знаешь, что тебе нужно. Возвращайся, когда определишься. До скорых встреч. Привет, мой друг. Ты решил, какая взрывчатка тебе нужна? Не торопись. Когда речь идет о взрывчатке, важно знать, что ты делаешь. Тебе, конечно же, не нужно взрывать ее. Добро пожаловать в наш зал тренировок. Здесь мы обучаемся рукопашному бою. Если хочешь, я могу научить тебя некоторым приемам Таара, полезных для борьбы с демонами. Монахи Таара – самые сильные воины. Они посвятили жизни совершенствованию своего искусства. Их приемы сложны, но они дадут тебе реальные преимущества в бою с демонами. Я покажу тебе новый прием, следи внимательно. Неплохо, я должен признать, что ты улучшил свою технику. Посмотрим, победишь ли ты в следующий раз. Защищай. Неплохо, я должен признать, что ты улучшил свою технику. Посмотрим, победишь ли ты в следующий раз.
защищ... Неплохо, я должен признать, что ты улучшил. Защищ... Неплохо. Что тебе надо на этот раз? Тебе уже нужна настоящая бомба? Бери КР-100С. Детонатор найдешь в шкафу. Соедини детонатор и взрывчатку. Когда ты установишь ее на цель, у тебя будет 5 секунд. Надеюсь, ты быстро бегаешь. Не будем об этом. Thank you.
Привет, мой друг. Ты решил, какая взрывчатка тебе нужна? Хороший выбор. Ты настоящий знаток. Тебе завернуть с собой или ты употребишь ее здесь? Не уходи, я сейчас. Но нужно что-нибудь еще? Мне всегда приятно иметь с тобой дело. Ох уж эта сырость. Кто придумал посадить меня в этот сырой подвал? Thank you.